Привет, друзья. Моему другу Марку закончил картину, ему понравилось. Но вот здесь у меня в Телеграме есть группа такая, которую я называю «Коллективный разум». Формат такой изобрел. И там люди выходят и оценки дают. И благодаря участникам этих оценок как раз мы вместе создаем шедевры. Если вы вспомните, какая это была картина буквально месяц назад и теперь. А теперь всем нравится. Поэтому я благодарю участников коллективного разума. И всем предлагаю подписываться на мой телеграм. Там необыкновенные вещи происходят. Тем более я сейчас там буду рассказывать теорию усилия результата. Почему некоторые результаты, когда их ждешь, и их нет, вызывают сбои и ожидания негативного исхода ситуации. Почему паники возникают? Почему из рук все падает, когда человек хочет что-то сделать, а у него не получается? Я расскажу эту. Такой теории усилия результата в мире нету. И однажды я это публиковал где-то лет 10 назад в Эксмо, издательстве Эксмо, «Укрощение стресса». Книга у меня была. Ну, очень популярная. Но сейчас надо заново все рассказывать новыми словами. Это я расскажу. Теперь вот что я хочу сказать. Ко мне вот звонят и мужчины, и женщины с просьбой помочь. Я всегда бесплатно помогаю. Вот экстренная помощь у меня всегда бесплатная. Но вдруг обнаруживается, что он или она говорит: «А я у вас ни на Телеграме не подписан, я у вас ни на YouTube-канале не подписан, я у вас в Одноклассники не подписан, мне просто сосед сказал, что ты помогаешь бесплатно, помоги мне, пожалуйста, я вообще задыхаюсь, у меня страхи, паники, я вот уже пятый день спать не могу». Я имен не называю. Я говорю: «Ты подписан у меня на YouTube-канал?» «Нет». «Бесплатные ликбезы смотрел хоть один?» Там плейлист на YouTube-канале, на главной странице. Там же в Zoom люди выходят со своими проблемами, я там подсказываю, как снять стресс, как использовать энергию напряжения, как лучше спать и так далее. Нет, не смотрел. Я ему резко оказываю помощь, раз он ничего этого не знает, и говорю: «Больше ко мне не обращайся, пока не запишешься на эти каналы. Только тому, кто записан на Телеграм, на YouTube-канал, смотрит бесплатные ликбезы, я, в принципе, готов и дальше помогать, экстренную помощь бесплатную». Но вот сейчас я это сделал объявление, у меня 188 тысяч подписчиков, и вот ведь смотрят же это объявление. Если кто-то еще ко мне позвонит за экстренной помощью, за бесплатное, и скажет: «Я нигде у вас не подписан», извините, друзья, я еще посмотрю, помогать или нет. И буду делать, как делают все, обычно. Да, скажу: «Это стоит 50 тысяч рублей, выходите, я с вами полчаса поработаю». Зачем вам это надо? Хотите бесплатную помощь? Подписывайтесь. Смотрите, и вот тогда, если что-то случилось, вы мне позвонили, написали, я вам тут же помогу, потому что вы в курсе дела. А так мне приходится все это повторять, а я же один. Потом у меня дочь психолог, великолепнейшая, всю жизнь этим занималась. И сын Олен, психолог великолепнейший, который вместе со мной ездил в Беслан и готовил военный персонал к подъему там охоты, Курск и так далее. И много мы чего делали с детьми. К ним выходите, у них спрашивайте, но тоже подпишитесь на их каналы. Ну как же так может быть? Берут люди и просто эксплуатируют. Нет взаимодействия. Подписывайтесь на мои каналы, на каналы Алена Алиева, на каналы Шейля Алиева. И мои ученики-специалисты, только тогда вы им доверяете, когда они вам показывают некое свидетельство, некое подтверждение, что они проходили у меня подготовку. До встречи.